приехали мы в институт на выставку. Все, кстати, с праздником. Сегодня 19 августа, День пчеловода. Вот музей пчелиного. Музей пчеловодства. По-быстренькому вам покажу. Такой. Ульи разные. Золотарник. Колоды. Ну, классно. Классно. Покажу вам, быстренько пройдемся. Тут лаборатория. Тихо, спокойно. Ну, бегать сильно не буду по разным. Разные ульи, разные дуплянки. Вот. Красиво. Чисто отдохнуть, прийти посмотреть. Вот здесь булыки, нуклеусы, восьмиместни разные. Вот пчелки. Такая. Вот мои друзья. Александр Пасечник и Денис Фадеев, приз который. Чудо тоже тут снимает. Привет! Пчеловодом. А кто вы? Я извиняюсь, почему вы на... О, этой... друзья, ты его снимаешь? Ага. Смотрите, Аскосферус. Да, а сколько, а улей какой большой, а? Друзья, видите? Представляешь, какой большой улей? Улей. И, я не знаю, вам через стекло, нет, наверное, не видно. Потолка, конечно, видно. Тебя только видно. Сейчас, может, вот так виднее будет. Ёлки, не видно ничего. Короче, из-за стекла. Живые пчелки, соты, очень большой улей под стеклом. Вот пчелки ползают. Ну, есть аскосфероз. Вот как бы не очень хорошо. А вот литочек, где они залетают. Классно, классно, но Петро Прокопович... Плохо не видно, отсвечивает стекло, чтобы вам показать. Ну и как всегда, вот ульи, вот разные дядьки тут. Ну и там стоят. И тут даже пчелки летают, тут есть. Это так, быстренько вам покажу, пробегая. Не будет здесь института, кстати, да, все забирает. Кто сказал? Ну, информация такая поступила. Ну, поступила, я слышал. А кто? Да. Это кто-то? Это проверенный источник. Да, я есть, знаю. Еще у кого есть возможность приехать посмотреть. Короче, друзья, кому-то понадобилась земля. В следующий год здесь ничего уже. Ну, это слухи. Ну, да, слухи просто так не бывают. Дыма без огня не бывает? Да. Ну, кому... вот он и кусочек, поверьте. Кому-то понравилась земля, и, возможно, скоро здесь не будет всего этого. Так что, возможно, это кадры, которые войдут в историю пчеловодства. Денис Фадеев меня прикалывается. Денис Фадеев, передай YouTube привет. YouTube? Привет. Ну, я имею в виду зрителям нашим. Я скромный. Нет, все, я из дома. Ну, пару слов скажи хоть что-нибудь своим, так сказать, друзьям. Я просто так не хочу ничего. Просто так, а ты не просто так. О, не хочу. Не хочет человек общаться. Коллекция делянки медоносов. О, колесо кто-то закинул. Вот висят разные дупляночки подвесные, навесные. Беседка.
Ну, меня лучше дома. Ну как? Как себя не похвалишь? Никто не хвалит, хоть сам себя. Да, у Ивана лучше. Дядьки. На пасеке я бы не отказался от таких дядьки. Ну вот будет распродавать. Распродавать? На аукционе. Ты это ж... Можешь поучаствовать на аукционе. Бджола не знає кордонів. А ты же сорта у него пчел. Литок во рту. Так пчел-то нету. Ну потому что не знаю кордонів. А он же пограничник. Да солнце засвечивает, ничего людям не видно. Пограничник. Разряжать телефон. А? Разряжать телефон, хлоп. Ничего страшного, я показываю. Я сейчас просто пройдусь, покажу по берегу. Там он стоит, пасека или улей, или пасека. Улей, наверное. Да? Видишь, он с пчелами. Пчелами? Да. Ага. Лореаль Париж тут он шампуни рекламирует. Для пчел. Для пчел. Шампуни для пчел. Это же девочки. Вот такая, такая, такая. Вулик Прокоповича. Интересно, конечно, но памятник. Ты не хочешь сфотографироваться около памятника Прокоповичу? Вулик Прокоповича. Вот тоже. А что это за фрукт? Знаешь, фрукт? Какие-то яблоки, вкусные яблоки. Скушай, посмотрим, что это за фрукт. То ли орех, то яблоки. Предлагаю скушать. Что это? Я не знаю. Ну, это как какое-то ж типа. Непонятно. И не ягоды для ну, фрукты. На яблоко похоже. Пусть подписчики. Подписчики? Может, кто-то и подскажет. Там он... Покажи, где Александр Пасечник. Александр Пасечник, он ведет видеоблог. Так что скоро выйдет. От почти главного ютубера украинского пчеловодства Александра Пасечника. Видео, где он будет... Сказать, пока. Да, сейчас что-то приближаемся к выставке. Ну как к выставке, где продажа идет пчел инвентаря и меда. Выставка очень слабенькая, людей мало. Да и производителей мало. Еще сезон не закончен, но много на пасеках еще мед качают. Ну, пройдемся, покажем. Вот чей-то бусик. ВИ это О. Полтава, да? ВИ это Полтава. Это Полтава, это мои земляки. Такая территория. Интересненькая. Вулик колода с рамками. Тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Апидомики, друзья, сейчас вам покажу. Которые я хочу тоже сделать сам. Апидомик. О, смотрите, какая красота. Прикольно, классно. Стоит 20 тысяч гривен. Вот такой домик с окнами. Получается на 4 семьи. И вот здесь 13 500. Домик. Ну, симпатичный. Я даже возьму даже какую-то визиточку. Ульи. И сколько такое счастье, если подзаказать? 13,5. Есть какие-то предложения? Что я могу сделать так само глухо, а якесь вікно торці придумати. Ну,
Инвертированный сироп. Фирма СК. Вот, кстати. SK.com.ua. Это люди продают сироп. Инвертированный, который... Ну, он глюкозно-фруктозный, насколько мне известно. Ну, может, кого-то заинтересует, можно посмотреть на их сайте. Ульи продаются разные. Вот Турция, Happy Bees, производит всякие донья, нуклеусы. Очень интересные литковые задвижки. Это дочка, там, ну ладно, на камеру не буду. Да, я не говори на камеру. Сними пыльцеуловитель. Я как бы... И кормушку. А что снимать пыльцеуловители? Я сниму их. Да. Мы из дома делаем просто. А у тебя все равно есть, да? Кормушка. Нарутовский улей. Ну и пыльцесборники донные нарутовские, как бы. Есть на шестирамочнике. Вот здесь. На шестирамочнике. Как раз на... В принципе. Ну и давайте пробегусь, покажу вам дальше производитель. Ульи. Ну тут фирма Мелиса, наша любимая, медогонки, все, ну как всегда. Мелиса. Ну новинок я никаких не вижу. Есть только вот ульи, которые я хочу приобрести себе на пасеку. Такие красивые. Но цена вроде бы у них серьезная. Если не ошибаюсь, около... Если человек не пошутил, говорит, $1000. Не знаю, правда или нет. Но вроде бы так. Мелиса. Ну, наш любимый кооператив «Павик», где главенствует Юрий Михайлович Гуслей. Покажу быстренько, что у него есть появилось. Ну ничего, в принципе, все то же самое. Появилось натяжитель для проволоки на рамке. Такой интересный. Есть парогенератор. Есть насос для перекачки меда. Цена, если так, 13 200. Это импеллерный насос, в принципе. Вот, сейчас нам его включат. Вот. Ну, видео я вам уже показывал. Ну, короче, есть новинок. Есть парогенератор у Гуслея. И есть насосы, в принципе. Ну, в принципе, новинок я больше не вижу. Так. Все, поехали дальше. Чарунка с ульями. Евротон фирма продает свои медогонки. Вот такие цены. Препараты. Злой Сашка, который продает свои очень качественные ульи с пенополиуретаном. Ничего не гоню, все нормально. Все плохое, ничего не берите. Не берите все плохое, берите только лучшее. Короче, все как обычно. Ведра есть. Ведра, баночки. Рамочки. Ну, ульи, в принципе, это уже я вам показывал. Ага. Друзья, для тех, кто искал, по-моему, Апимил флакон номер 2. Апимил для приема маток. Вот он. Есть в таких флаконах и больших. 250. За цену не скажу. А, есть 10 мл 60 гривен, 25 мл 120 гривен. Ну, ой, вот цена Апимил. Это для
приема маток. Крышки. Ну, короче, красивые ульи. Увага! Шановні учасники виставки ярмарки, шановні гості, всі бажаючі, будь ласка, підходьте до прохідного інституту. Всі ви знаєте, що сьогодні наша країна, Україна, святкує професійний день, День пасічника. Цей захід, який проходить зараз в інституті міста, він є якби плідною роботою протягом сезону, і ми бачимо, скільки тут і виробників меду, бджолиної продукції, і скільки тут гостей. Вот интересный аппарат. С привітальним словом до всіх учасників виставки ярмарки, до всіх гостей, розпечатуючий станок Інституту бджільництва Бугера Сергій Іванович. Розпечатуватель. Шановні друзі, насамперед хочу сотоелектрик для рами додана плата фірма Мінелі 47 тисяч. Зі спасом. Побажати всім розпечатують не щотками, а металом, металічними. Ну, як по мені, 50 тисяч. Подальших успіхів, щоб кожен день вам приносив радість, щоб було і можливість, і бажання займатися бджільництвом. Ну і тут, друзі, теж продають за територією відра різні, 20 літрів, 33 відра, мед, матки от продають, плідні бджоломатки українські степові, неконтрольованого спарювання, які на Жовнівських островах спарювалися, українська степна порода. Ну і тут різні медоуха, це Верет Леонід. Ну і далі йдуть всякі настойки, красиві настойки. Ну, короче, продажа продуктів пчеловодства. Вещина от є. Короче, і за дорогою, давайте я пройдусь, покажу вам, що у нас за дорогою. Я уже заканчиваю, я просто покажу, да покажу людям. О, этикетки, кстати. Друзья, можно заказать этикетки, насколько я понимаю. Так что кому будет интересно. Хотя я не знаю. Вы здесь, да? А как вас найти? Вот я просто для YouTube канала снимаю. Как вот где ваш найти номер телефона? Потому что, возможно, многих заинтересует. Ага. Вот. Этикетки, самоклейка. А вы откуда? Львов. Львов? Друзья, ну это многих должно заинтересовать. Меня точно. Ну посмотрим. Спасибо. Дима, сейчас. Ну и короче, продажа продуктов, которая идет за рынком, за институтом, короче, и в ту сторону, ну и в ту. Так что такие, друзья, дела. Все, друзья, в принципе, выставку я вам быстренько показал. Новый препарат Варакил, который я показывал, был в своем одном видео. Китайцы произвели УКРБ. О, класс. Привет, УКРБ. Привет. 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 Извините. Сейчас я закончу. Секундочку. И, короче, вот такие дела, друзья. Ну все. Денису Фадееву привет. Всем вам привет. До новых встреч. Пока. Там твой друг.